Жена нового премьер-министра России Мишустина заработала почти 800 миллионов рублей на таинственном бизнесе. Как известно, у российских чиновников очень талантливые жены. Причем талантливые они обычно в области бизнеса. А раскрывается этот талант всегда ровно в тот момент, когда их мужья оказываются на высоких должностях с доступом к государственным деньгам и правом подписи. В декларациях вчерашних домохозяек, учительниц и скромных бухгалтерш моментально оказываются шестизначные цифры. А на вопрос «откуда?» нам поясняют – они занимаются бизнесом. А каким – не скажем. Это превратилось уже в золотой стандарт российской коррупции. Вот и свеженазначенный премьер-министр России Михаил Мишустин относится именно к таким мужьям, чьи жены подозрительно удачливы в бизнесе, о котором никому не известно. В 2010 году Михаил Мишустин был назначен руководителем Федеральной налоговой службы, а его супруга Владлена Юрьевна Мишустина задекларировала доход в 72 миллиона рублей. В следующем году 60 миллионов, потом 73 миллиона. В кризисном для всей страны 2014 году дела у жены руководителя Федеральной налоговой службы пошли просто великолепно. Она заработала 160 миллионов рублей. За 9 лет, с 2010 по 2018 годы, мать троих детей Владлена Мишустина умудрилась заработать аж 788 миллионов рублей. Но только не пытайтесь найти хоть какие-то следы бизнеса Владлены Мишустиной. Ничего нет. Любому человеку очевидно, что если некто заработал почти миллиард рублей, то следы его весьма крупного бизнеса легко обнаружить. Часто чиновники лгут о том, что их бизнес просто связан с инвестициями, а не с реальным сектором. Но для того, чтобы заработать 800 миллионов на инвестициях, надо инвестировать несколько миллиардов. А таких средств у семьи Мишустина просто не могло быть. За исключением небольшого перерыва, Михаил Мишустин последние 22 года провел на государственной службе. Поэтому до тех пор, пока Мишустин не рассказал подробностей о таинственном и удивительно успешном бизнесе своей жены, мы можем предполагать только одно – это фейк, которым маскируются обычные откатные схемы. Фонд борьбы с коррупцией призывает премьер-министра России Михаила Мишустина незамедлительно раскрыть все подробности того, как именно его супруга стала настолько успешным бизнесменом и в партнерстве с какими организациями она заработала сотни миллионов рублей.